всем привет! Сегодня у нас 17 июля. Вчера выехали первый день молотить. Да и то. С утра чуть нам помолотили. Получается, там вверху на цепке вылетел замок. Стал элеватор, спалили ремень. Пока домой съездили, ремень поменяли. Еще бункер намолотили, дождь пошел. Ну и в общем вчера, ну тон 17-18, наверное, максимум намолотили, и дождь пошел. Сегодня вот такая вот у нас погода. И прогноз хорошей погоды не обещает. Почему-то вот дожди. Большие хозяйства уже начали через сушку прогонять. Частично, когда идет влажная на сушку. Чуть распогодилось так. Но у нас вчера мы молотили, где-то 14,5 влага была. Проблемы с башмаками. Башмаки гребут. Земля сырая. Пружины практически до конца натянули. Но у нас, наверное, проблема доновская мотовила. Она все-таки потяжелее на хорошо нивы. Ну, нивовского. Один фермер знакомый посоветовал с чего-то там с иномарки подобрать какие-то накладки. Короче, приклепать туда фторопластовые пластины. Не гребет вообще. Но это уже не на этот сезон. Так, ну это мы и снутри, и снаружи обклеиваем. Дырки заклеиваем. Так, измельчитель. Ну, сейчас уже и дождь, наверное, прибил. Измельчитель показал себя неплохо пока. Хоть и он и не сильно мелко дробит, но разбрасывает нормально. Спасибо Алексею Азовскому. Он сказал, что у него были проблемы с подшипниками. Мы перед уборкой их повскрывали, крышки. Добавили смазки. Ну и дома на холостую погоняли. Сейчас вот КамАЗа намолотили. От руки попробовали. Обои примерно, ну, одинаково теплые, не горячие. Так, ходим мы на второй пониженной. Вот он, этот ремень, который вчера порвался, сгорел точнее. Ну, какой-то он и сгорел. Интересно, сплавился. Короче, хрен не знает, что это за ремень. Сегодня еще в запас один купим. Ходим на второй пониженной. Ну, в принципе, срез... Может, даже высоковат, но еще и башмаки подгребают. Масса не сильно большая, урожай, ну, урожай хороший. Пока даже навскидку не скажу. Только, судя по шнеку и по бункеру. Так, пойдем сейчас посмотрим зерно. Ну, зерно, наверное, в лучшем случае до четверки. Потому что тут дождей выпало столько, что... Это вот намолотили полный бункер, а увезти не смогли. Вот такое зернишко. Встречается еще недомолот, но это стараемся по ходу поднастраивать. Мы тут смолотили, я не знаю, видно будет, вот тут чуть клин объехали. Ну и вот край смолотили немножко. Так, пойдем посмотрим пшеницу. После комбайна, как она будет, земля, ну я же говорю, все от погоды зависит. Тут, можно сказать, сразу вслед надо дисковать, потому как мышей не дремлет, вот он уже. Если сейчас ему чуть погоды, он вызреет, сука, осеменится. Диски настроены, только... Ждут команды в бой. Так, а это вот наша недоработка или косяки, как назвать. Это получается выход сеялки. Либо выход, либо заезд. Никак мы не приспособимся к этому автомату, который вот включает именно катушки. Вот такая вот картина тут происходит. И так она вот видна. Вот ровная линия. Там заехал, там выехал. И
Ну, такое не часто бывает, конечно. Но я думаю, это приспособимся. Ну вот, она еще не вызрела. Но ей тут остается уже мало. Так, вот такая вот пшеничка. Низенькая, можно сказать. Почему-то и бурьяна-то не видно. На краю как-то больше. И вот, чтоб не повторилось, у нас еще прошлогодние истории, когда она у нас в колосе проросла. А за опрыскивателем уже пробивается он. Вот такое вот начало уборки. Теперь, в общем, не знаю, сегодня, если к вечеру по прогнозу может, да и то навряд ли продует. В основном дежурить, наверное, пока. Так что вот так. Ну, будем в процессе снимать. Хотелось бы снять нормальную уборку, когда сухое зерно и комбайн нормально идет. Следом бы желательно все это задисковать. На этом пока все. Продолжаем мы уборку. Зарядили у нас опять дожди. Короче, сегодня перед обедом КамАЗ намолотили. Где-то около 15 влага была. Сейчас после обеда уже ниже 14 опустилась. Молотим, в общем, полным ходом. Со вторника опять обещают дожди. Сегодня у нас пятница. Особо и снимать некогда. Так, вот такая вот у нас пшеница. Это гром, папору. Уже, конечно, после дождей, хороших причем, что тут от классности осталось. Посмотрим. Свозим на анализ, увидим. Это вот ебуки стоят на грехе сеялки. А еще нам молотить. Если сегодня еще пару камазал. Блять, за три дня, короче, проблемы успеть. Ну, завтра пообещал там один парень помочь нам на КамАЗе. Поэтому завтра, может быть, даже получится неплохо у нас сработать. И попробуем завтра еще запустить сразу дискатор. Пробовали вчера, наверное, с утра. Залепило диски и все, грязь была. Ну, сейчас она вот ветерок сегодня просыхает прямо хорошо. Колосья мы, конечно, не считали, сколько на квадратном метре или на погонном. Но видно, что правостой хороший. Урожай пока не буду говорить, но сыпет очень неплохо. Когда обмолотим, тогда скажу. Так, что у нас по потерям? Это вот зернина уже приросла. То ли дождем подбивала. Иногда встречаются такие.
можно сказать, нету, но если хорошо поискать, все равно найдешь. По потерям, короче, все тут нормально. Так что такая вот пшеница. Так, сегодня у нас 20 уже июля, выехали мы 16-го, но молотить, в общем, начали только вчера с обеда. Перед обедом где-то 15-15,5, к вечеру уже 13,5 было. Где-то 50 тонн мы вчера намолотили. Сейчас вот выехали, первый бункер 13,4 показал. Короче, уже подходит. Пшеничка у нас вот такого травостоя. Сорт Гром. Здесь где-то по всходам было посчитано 3,5-3,6 миллиона посев. Ну, точнее, посев был больше, а именно всходов получили где-то 3,5-3,6 миллиона. Чуть попозже тогда посчитаем стерню. Сколько на погон на метре, как она, скажем так, распустилась у нас. Сыпет, ну сыпет хорошо, хотя сколько дождей уже прошло. Выглядит она, конечно, не очень на вид так уже, на классность я имею в виду. Ну, теперь уже что имеем. На круг по плану больше 60 получить. А там посмотрим, какое-то зверье ходило. Молотим на второй пониженной. Комбайн справляется нормально. Идет, в общем, ну масса сухая. Измельчителем, в общем, довольны. Посматриваем только на подшипники. Ну, по потерям все, скажем так, нас устраивает. Практически тут искать нечего. Уборка в этом году сложная. Впрочем, как и в том.
Сегодня должен еще один КАМАЗ подъехать. В два КАМАЗа побыстрее будет. Вчера специально засекали, пока КАМАЗ делает ходку. Ну, грубо говоря, КАМАЗ делает ходку 40 минут. А комбайн намолачивает два бункера вместе с разгрузкой 35, по-моему, минут. 30-35. Поэтому один КАМАЗ вообще никак, чтобы успеть. Если сегодня поработаем хорошо, ничего не случится, ничего не сломается, есть надежда, что до дождя управимся. Вначале у нас еще проблемы были с жаткой. Сильно гребла. Но это будет, наверное, следующее видео. Или чуть попозже. Короче, ноу-хау. Переделаем башмаки. Это видео потом снимем, выложим. Сейчас вообще не гребет, не налипает. Все отлично. Но сейчас чуть-чуть и подсохло. Хотя вчера один башмак был переделан, и второй нет. На старый башмак все равно налипало. Пустили дискатор. Ну, мельче не получается. Диски новые. На катке минимум стоит. А винтом получается это самое. Ну, короче, чтобы его не почило. Ровно шел, выставили глубину. Ну, в принципе, вообще еще сыро. Но так как погода нестабильная у нас, решили сейчас, ну, сегодня вот клины эти выходим. Завтра, может, еще чуть подсохнет. Возим сейчас два КАМАЗа, но ускориться сильно не получилось, так как немножко Нива запортачилась. Но не страшно. Сколько вывезем. Дискатор должен комбайн догонять, поэтому должны бы до дождей управиться. Разделают неплохо. Влаги тут чересчур. Ну, сыроватый. На каток налипает чуть-чуть, на диски. Пойдет, в принципе.